Родители переживают за количество мест, боятся, что ребенка зачислят в школу, удаленную от места жительства. Городская мэрия просит жителей прекратить панику и поясняет, за каждым образовательным учреждением территория закреплена приказом. Все первоклашки получат места, как положено. Кстати, документы для записи в школу будут приниматься не только очно. Родители могут воспользоваться порталом госуслуги либо почтовой связью. А вот по электронной почте документы слать бесполезно.